Филимонковском детском доме-интернате проживает 60 воспитанников. Ребята от 4 до 18 лет. Все с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые проживают вплоть до 23-летнего возраста, если воспитанник решил получить профессиональное образование в колледже. Для детей здесь созданы все условия. Развлекательные поездки, реабилитационные мероприятия. В 2019 году началось сотрудничество с известным актером театра и кино, клоуном Анваром Либабовым. Стараемся сделать так, чтобы для каждого ребенка жизнь была более разнообразной, даже чем для, вот, как, для своего, там, для родительского ребенка. Мы приходим все сделать так, чтобы качество жизни наших детей было ничем не хуже, чем качество жизни у детей родительских. Конечно, единственное, чего им не хватает в этой жизни, это персональной любви. Анвар Либабов теперь стал завсегдатой филимонковского дома-интерната. Приехал к ребятам и на масленицу. Переодетый в старушку, он вместе с воспитанниками готовил блины. Раз, два, три. Вот это такие русские народные праздники. Есть своя история, есть свои у нас традиции, есть свои обычаи. Считаю, что это такая терапия души, исцеление душевное. Не только тело должно лечиться, но и потом жить нужно так, чтобы помогать, делиться. Дарите людям добро и просто делитесь. Ребята не только пекли блинчики, но и вспоминали масленичные традиции. Принимали участие в старинных русских играх и забавах. Делились с гостями планами на будущее. Рассказывали о своих путешествиях. Готовили блины. Я готовил лично тоже. Ну, не тяжело, очень легко. Там за четыре, там две, получается, у нас две плиты с двух сторон. И готовишь два с одной стороны, два с другой. И следить за этим, конечно. Мне понравилось печь блины. Они были очень вкусные. Было масло, варенье, мед. Мне больше всего понравился блин с маслом. Среди гостей, которые помогали ребятам готовить блины, начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева, заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос. Надежда Валентиновна отметила, что в Филимонках точно знают, как сделать жизнь добрее. День сегодня просто замечательный, очень теплый, удивительный. Мне кажется, что после мастер-класса по выпеканию блинов, по поеданию блинов из сгущенки, после того, что я увидела на экране в зале, показывали ребята, то, с какой теплотой они рассказывают о своем доме, все это действительно создало очень такую теплую атмосферу, заставляет задуматься, прежде всего, нас, взрослых, о том, что есть истинная ценность, а что ценность напускная. У воспитанников дома-интерната большие планы на весну. Вместе с клоуном Анваром Либабовым они готовят уже третий спектакль «Цирк». Премьеру планируется сыграть в театре «Современник». Юлия Погосян, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.